В шахтерской столице милиционеров поздравляют перед зданием театра, оперы и балета. На мероприятие личный состав управления выходит маршем. Вручить правоохранителям грамоты и подарки приехали первый заместитель главы областной администрации Сергей Дергунов и председатель областного совета Андрей Шишацкий. За достижения следователи, патрульные и руководители подразделений получили благодарности и медали от министерства. От всей души поздравляю вас с Днем милиции. Этот праздник дань глубокого уважения мужественным людям, посвятившим свою жизнь и легкому делу защиты законности и правопорядка. Каждый день вы несете ответственность за жизнь, здоровье и покой граждан. Нам довелось жити і служити на славетній донбаській землі. Ритм життя тут неабиякий, тому і досвід наших працівників на вагу золота. Вони ще раз доводять свою спроможність стати на шляху у злочинців. Донецкий же муниципалитет передает городской милиции новые служебные авто. 4 французские и столько же российских машин. Женам сотрудников начальник областной милиции Николай Купинский вручает цветы. В Горловке же правоохранителей поздравляют руководители областной милиции и мэр Евгений Клеп. Здесь главным подарком к празднику становится участие городского отдела во всеукраинской программе по автоматизации. В ближайшем будущем благодаря этому на оживленных перекрестках установят видеокамеры, а в райотделах дополнительно тревожные кнопки. Мы вместе с вами предложим и включим в эту программу. И сделаем все, и будем претендовать, чтобы мы первые в области и в Украине вошли в эту программу. Мы для этого сделаем все. В Мариуполе же накануне праздника установили обелиск милиционерам, погибшим при выполнении задания. Их память почтили минутой молчания. В прошлом году при исполнении погибли 2 человека. Всего же за время независимости отдали жизнь 8 правоохранителей. Каждая потеря своего сослуживца, коллеги, друга, товарища, это оставляет неизгладимый след. И тем более, когда люди погибают на посту в мирное время. Сегодня принимали поздравления больше 17 тысяч милиционеров региона. За этот год ими раскрыты сотни тысяч преступлений, несколько резонансных и серийных убийств, в частности, дело донецкого адвоката. Также благодаря работе правоохранителей перекрыты несколько крупных каналов продажи наркотиков в регион. Оксана Витер, Панорама.